Сегодня в рубрике «Дежурный по району» мы вышли с целью посмотреть, насколько качественно и добросовестно убирают территорию Ленинского городского округа. В этой работе задействовано много человек. Один из дворов на Петровском проезде. Местные жители с теплотой отзываются о своем дворнике. По их мнению, трудолюбивом человеке. А вот на дурсервис жалуются. У дворника вот территория вот и туда. Вот это уже участок дворсервиса. Вот видите, какие кучи. Ветерок вот сейчас вот сыро. Ветерок чуть поднимется и все сюда. Дворнику претензий нет. У него он все время приходит. Эти убирают, там убирают, здесь выметают, зимой тоже дорожки чистят, все это само как его. Вот и свою территорию. А вот они вот здесь вот гребли, вот это вот, вот, все, пыль, потом все в окна летит. С другой стороны, уже не дворовая территория, а проезжая часть. Зеленое шоссе, трасса от Видного до Горок Ленинских. Ее облюбовали водители грузового транспорта. И кажется, они не заботятся об окружающей среде. Мусор выбрасывают прямо на обочину. Кто ее должен чистить и почему не убирается мусор? Вопрос остается открытым. Это уже новая часть города Видное, 6-й микрорайон. Здесь работает частная управляющая компания. Невооруженным глазом виден разбросанный мусор. Последствия ли это сильного ветра, который мог его разбросать, или стабильная ситуация? Часто мусор не убирают. Даже вот когда бывают субботники, наберем эти мешки. Я сейчас-то, конечно, уже не хожу, но вот раньше. И стоят. Вот, пожалуйста, вам вот это, да. Это внутри подъездов, молодцы ребята, женщины, то есть консьержи. Очень хорошо. А так вот, вот гляньте, сами увидите все. В эту субботу у всех жителей Ленинского городского округа есть возможность помочь коммунальщикам очистить территорию и преобразить свои любимые поселения к лету. 24 апреля состоится общий областной субботник. Видно, центральная площадка, лесопарк за стадионом «Металлург». Помимо этого, еще 6 территорий. Субботник начнется в 11 утра. С 10 утра начнут раздавать весь необходимый инвентарь. Присоединяйтесь. А по району дежурили Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов. Видное ТВ.